Привет, дружище! Прямо сейчас же на Ютубе я провожу конкурс на целых 10 лицензий Брикрикса в Стиме. Так что, если ты хочешь на халяву абсолютно бесплатно получить лицензионный Брикрикс, прямо сейчас же переходи в описание, там будет ссылочка на конкурс, переходи по этой ссылке, и там узнаешь все-все-все подробности. В общем, да, ребята, принимайте участие, ну и, конечно же, вам приятного просмотра. Привет, дружище! Да, ребята, у нас сегодня продолжается вами всеми любимая рубрика, которая называется «Дора против». Сегодня, друзья, в этой серии мы будем стрелять по гигантским небоскребам, домам, кораблям, машинам, ну и так далее и тому подобное. Короче, да, ребят, реально будет очень-очень мощная серия. Надеюсь, вы, конечно же, ее поддержите лайками. Огромное вам, ребята, спасибо за вашу поддержку, за ваш актив, за ваши, ребята, лайки. Давайте мы, ребята, и на этой серии наберем 2000 лайков. И тогда я, ребят, продолжу проводить всевозможные эксперименты с Дорой, и не только в Брикрикс. И, кстати, вот, ребята, что еще хотел сказать. Очень многие из вас смотрят, но при этом до сих пор не подписаны почему-то на мой канал. Если тебе, дружище, нравятся эксперименты, если тебе нравится Лего, Лего разрушения, если тебе нравится игрушка Брикрикс, прямо сейчас же оформи подписку на мой канал, ну и также, пожалуйста, нажми на колокольчик, таким образом ты будешь смотреть мои ролики одним из первых и получать от меня сердечки и лайки. Ну и, конечно же, друзья, пишите в комментариях, какие еще эксперименты провести, самые-самые крутые идейки я, ребята, в ближайшее время реализую. Окей, ребята, мы начинаем. Вы только, друзья, посмотрите на этот гигантский небоскреб. Капец. Он, ребята, просто огромный. Да, ребята, тот самый небоскреб, в котором мы выживаем. Вот здесь вот, получается, мы, ребят, начинаем бежать вниз по ступенькам. И, ребята, смотрите, сколько этажей. Давайте так, ребята, кто правильно напишет, сколько в этом небоскребе этажей, получит от меня сердечко и лайк. И просто максимальное уважение. Знаю, ребят, довольно-таки задача, кстати, нелегкая, но на то, как бы это, ребята, тест, такой вот челлендж. Короче, да, ребят, пишите, ставьте лайки. Вы готовы? 3, 2, 1. Все, ребята, наша ракета пошла. Наш, ребят, просто гигантский снаряд. Немножко он почему-то багнулся. Вот, все отлично. Так, летит, ребята, отлично просто летит. Прямое, друзья, попадание. Все залагивает, конечно же, потому что это, ребят, небоскреб. Вроде 5000 деталей. Офигеть! Нифига себе, конечно, ребята, взрывчик. Вы это видели? А куда он улетел? Серьезно, друзья, куда этот небоскреб просто улетел? Ну, конечно же, мы его, ребят, разорвали практически на 3 или даже на 4 части. Точно на 2 мы его, ребят, разорвали. Так, он, кстати, еще, ребят, летит. Давайте посмотрим. Так, он приземляется. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Просто, короче, да, ребят, вы видите, все бомбануло. Сейчас давайте мы, ребят, небольшой челлендж такой вот проведем. Смогу ли я выжить в этом небоскребе, если туда попадет снаряд Доры? Ну что, друзья, давайте попробуем, смогу ли я выжить. Так, все, ребят, включаем замедление. Наш снаряд уже пошел. Вылазим, ребят, быстренько из Доры. Телепортируемся вот сюда. Гудмода у меня, ребята, нету. И, в принципе, смотрим. Вот, ребята, наш небоскреб. Вот наш, ребята, снаряд. Прямое попадание. И что же, друзья, будет? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Капец там, ребята, вы видите, все просто взорвалось. Так, вот, кстати, ребят, мой боб стоит. Он, наверное, просто офигевает этого всего. Тихо-тихо-тихо. Ну, это, ребята, просто жесть. Вы видите, я, ребят... Ой-ой-ой-ой-ой, все, это ГГ, ребят. Вы видите, я, в принципе, просто погиб. Получается, да, ребята, этот небоскреб просто разрывается от попадания Доры. Его, ребят, в принципе, просто на кусочки разрывает. И сейчас у нас, ребята, будет следующая постройка. Погнали! И, ребята, вы только посмотрите, что я взял. Это, ребята, такой гигантский корабль с контейнерами. Сейчас, кстати, у нас, ребята, будет сразу несколько кораблей. Кстати, получается, это мы еще, ребят, никогда в жизни не стреляли с Доры по кораблям. Давайте это прямо сейчас же мы исправим. И, ребята, да, сегодня у нас будет самый настоящий Титаник в этой серии. Сейчас, ребят, заодно проверим, как Дора борется с кораблями. 3, 2, 1... Все, ребята, активировали, снаряд вылетает. И сейчас, ребята, посмотрим. Чую, ребята, этот корабль выдержит, конечно же, хотя кто его знает. Все-таки, ребят, 800 миллиметров как бы. Нифига себе! Вы это видели? Серьезно? Да, ребят, пробоина, конечно, есть. В теории, если бы здесь, ребят, где-то примерно была бы вода, она, ребят, где-то здесь бы и была бы. Именно, да, исходя из размеров этого корабля. То, конечно же, бы корабль этот утонул. Вы только посмотрите, да? По сути, ребята... Третья часть корабля пробита, это просто жесть. Давайте еще разочек стрельнем. Корабли слишком, ребят, какие-то прочные. Я думал то, что прям реально будут разрушения. Но их, ребята, почему-то нету. Так. Вот, ребят, смотрите. Прилетает еще один снаряд. Вот, это, походу, уже более интересно сейчас будет. Хотя, кто его знает. О,
Короче, да, друзья, вы только посмотрите, ребят, да, контейнеры аж повываливались. Что-то, ребята, прям корабли очень сильно мощные, вы видите, вообще капец. Так, давайте, наверное, мы, ребят, без слоу-моушена, что ли, стрельнем. Вот, опять, ребята, в борт мы попали. И что же будет, ребят, взрыв, вы видите. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Был просто мега мощный. Я даже, ребята, не знаю, что говорить. Ну и, друзья, еще один просто гигантский корабль. Вы только на него посмотрите. Кстати, он тоже, ребят, с контейнерами. Очень-очень, ребят, большой кораблик. 3, 2, 1. Все, ребята, снаряд пошел. Примерно где-то давайте в серединочку мы, ребят, попадем. Мне прям реально интересно, сможем ли мы, ребят, этот корабль уничтожить хотя бы. Потому что предыдущий оказался просто какой-то железнобетонный. О, нифига себе! Хо-хо-хо! Нифига себе, ребят, вы посмотрите на пробоину, да? Ё-моё, так. Он, ребята, подлетает и просто, увидите, ребят, куда-то он улетел у нас. Тихо, кораблик, успокойся. О-о-о, капец. Короче, да, ребят, вы понимаете, мы просто-напросто корабль перевернули. Конечно бы он утонул. Во-первых, повреждения очень серьезные. Я, ребят, рад. Реально прям доволен результатом. А, серьезно, здесь, ребят, смотрите, еще контейнеры внутри. Машина даже, друзья, внутри. Снаряд, ребят, активирован. Кормовую теперь, ребята, часть. И... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, ребят, в этот раз, видите, с двух попаданий мы просто-напросто разорвали на две части. Так, ну и смотрим. Вот, ребят, получается передняя его часть. А, машина у нас, ребят, как раз-то была здесь. Ну ладно, в принципе, окей. Так, смотрите, ребята, просто пополам. И вот, ребята, вторая его часть. Точнее, то, что от нее осталось. Короче, да, друзья, получается, задание мы выполнили и корабль уничтожили. Окей, ребят, теперь у нас наконец-то Титаник. Это у нас, ребята, более упрощенная, простая версия для мультиплеера. Довольно-таки все равно, ребят, круто получилось. И давайте мы сейчас стрельнем. И потом, ребят, будет еще один Титаник, только уже более большой, более красивый. И в три раза, ребят, в нем будет больше деталей. Так, вы готовы? Я, ребята, готов. Запускаем нашу ракету. Точнее, снаряд 800 мм реактивный. Это, да, ребят, супер крутой снарядец. Так, прямое, ребят, попадание в Титаник. И что же будет? Ой-о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 й. Так, смотрим, ребят, на повреждения. Капец. Он, ребят, видите, просто аж подлетел у нас. Так, интересно, что будет, если он, ребят, сейчас приземлится? Кстати, в теории он должен, ребят, сейчас взорваться изнутри, потому что там еще внутри как бы есть... О, смотрите, да, ребят, уже взорвался, потому что там как бы уже внутри есть взрывчатка. Так, смотрим, друзья. Очень, ребят, серьезные повреждения. По сути, да, ребят, буквально одна ракета, и этот Титаник полностью был уничтожен. Сейчас у нас, друзья, будет более мощный Титаник. Посмотрим, на что он способен. Ну и вот, ребята, наш Титаник. Посмотрите только, ребята, на него. Супер, короче, да, ребят, реалистичная моделька. Очень, ребят, крутой корабль. Это у нас, ребят, корабль от Sweet Fox. Это, ребят, очень крутой строитель. Очень, ребят, крутой автор построек. Давайте мы сейчас стрельнем и посмотрим. Это, ребят, Титаник обновленный, новая версия. Мы его уже, ребят, пару раз использовали. Это, ребят, Титаник, если что, очень-очень большой. Где-то, друзья, на 3500-4000 деталей. Ооо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 оОфигеть, вы, друзья, только посмотрите, что только что произошло. Титаник, ребята, просто на кусочки разорвало, вы понимаете? Это просто жесть. Вы, ребят, только посмотрите, просто, ребят, мы из Титаника сделали какой-то салат. Его, ребят, аж на кусочки, да, на какую-то, просто, ребят, капусту порубило, да? Смотрите, картошка, ребят, какая-то жареная получилась. Что это такое? Серьезно. Прям, ребят, знаете, мне это реально прям напоминает картошку фри какую-то. Это, ребята, было просто мега-мега эпично. По-моему, ребят, это был самый-самый крутой взрыв сегодня в этой серии. Это просто, ребята, полная жесть. Предлагаю, друзья, сейчас еще разочек стрельнуть, потому что мне, ребят, это просто безумно понравилось. Так, стреляем, ребята. И сейчас давайте посмотрим. Надеюсь, ребята, сейчас будет что-то подобное, либо даже еще эпичнее. Так, вы посмотрите, что произошло. Походу, ребят, Титаник немножко аж залагал в домик. Капец. Так, смотрим, друзья, смотрим. Пробитие очень, ребята, серьезно. И сегодня, ребята, в этой серии мы стреляем по самым-самым большим постройкам, которые я только смог найти в Брикриксе. Это у нас, ребят, гигантский самолет Ил-76. Вы, друзья, только посмотрите на него. Очень, ребят, крутой самолетик. Очень, ребят, большой. По-моему, ребят, самолет даже немножко будет побольше Доры. Но, опять же, у нас зато есть, ребят, 800 миллиметров снарядик, как бы. Чу, его сейчас, ребят, просто-напросто на кусочки разорвет. Вы только, ребята, посмотрите. Я просто, ребят, обожаю из-за вот этого вот всего Брикрикс, потому что это, ребят, очень все эпично. Я, ребят, просто обожаю такие супер крутые разрушения, когда, ребят, постройки разрывает просто в хлам, да?
Просто, ребят, на салат их разрубает, разрывает. Вот, ребята, посмотрите, что у меня еще есть. Очень-очень, ребят, кое-что крутое. Это огромная ядерная ракета. Давайте мы по ней тоже стрельнем. Мне прям, ребят, интересно, что же будет, если, по сути, с оружия стрельнуть по оружию. Так, запускаем. Не знаю даже, ребята, что будет. Надеюсь, игра, ребят, не сломается от всего такого. Так, и... взрыв, интересно, друзья, будет или нет? Да, будет. О-о-о-о. Мега, друзья, мощный взрыв, вы только посмотрите, да? Мы, ребят, короче, эту ракету просто-напросто на кусочки разорвали. По сути, как бы ничего мега-супер крутого, но взрыв был мега, ребят, эпичный. Так, вы готовы? Я, ребят, уже готов. 3, 2, 1. Все, ребята, запускаем. Наша ракета вылетает. И, друзья, смотрим. Так, прямое, друзья, попадание прям в середину тела. О-о-о-о. Офигеть. Вы серьезно? Смотрите, ребят, на повреждения. Ё-моё. Бедный просто, ребят, титан. Ну, кстати, повреждения крайне, ребята, серьезные, но он еще жив как бы. Вот это реально, ребята, было прям мега мощно, мега-мега круто. Давайте сейчас мы, ребят, стрельнем по вот этому вот домику. 3, 2, 1. Все, ребята, снаряд пошел. Кстати, да, друзья, смотрите, что мы сделали уже с титаном. Мы его, ребят, просто-напросто разорвали. Прямое, друзья, попадание в небоскреб. Он, конечно же, начинает падать. Прям, друзья, на нашего титана. Так, что, отключаем, ребят, slow motion? Отключаем. О-о-о-о-о-о. Просто, короче, мы, друзья, нашего титана порубили на кусочки, вы понимаете? Посмотрите, друзья. От него практически, в принципе, ничего не осталось. Все, ребят, внутренние органы были уничтожены. И остались, ребята, только ноги. Ну и, друзья, что могу сказать? Серия получилась очень-очень крутой. Мы сегодня, ребята, в этой серии испытывали самые-самые большие постройки в Брикриксе. Всевозможных, ребята, монстров. Огромные, ребят, машины, корабли, титанов. Титаник, и короче, да, ребят, просто огромнейшие постройки, одни из самых-самых больших, ребят, построек в Брикриксе. Обязательно, конечно же, ставьте лайки, конечно же, друзья, подписывайтесь на мой канал, жмите, друзья, на колокольчик, и встретимся с вами в новых сериях, и вы только, ребята, посмотрите, что мы сделали с этим бедным титаном. Всем пока-пока-пока!